Можно говорить, да. Представьтесь, пожалуйста, чтобы мы знали. Вы Аня или Ася? Я забыла ваше имя. Аня? Яна. 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 Вот, видите, перепутала. Спасибо вам огромное. Особенно за пальцы ног. Я очень много делаю всяких упражнений со всякими тренерами и по Юниперу, и вживую в нашем клубе. Но никто пальцами ног так серьезно не занимался, как вы. Это было замечательно. Теперь вы задали вопрос вначале, получаем ли мы удовольствие от движения и от дыхания. Я хочу вам признаться, что от движения любого, даже трудного, не было трудно, все было в меру, я получаю огромное удовольствие. А вот от дыхания нет, я не люблю дыхание. Ну вот, я понимаю, что я дышу, но как-то я не чувствую, что мне это доставляет удовольствие. Спасибо вам большое, это такая важная нота. Знаете, вот удовольствие от дыхания, я вам скажу, как я это понимаю, да, мы принимаем дыхание за должное, потому что, ну, это наш способ выживания, да, дышим, значит, живы. Но здесь больше, наверное, акцент на то, чтобы быть внимательным к тому, что мы дышим. Вот сам факт, вот когда вы заострили внимание на том, есть там удовольствие, нету ли там удовольствия, Бог его знает. Но вы перенесли точку вашего внимания на то, что вы дышите. И вот в этом плюс. Потому что когда мы внимательно присутствуем в каком-то действии, очень вряд ли мы себя раним, очень вряд ли мы как-то оступимся, потому что мы полностью внимательны. И вот в этом смысл. Поэтому вот удовольствие от дыхания, знаете, это больше ментальная такая вот точка, чем как-то прям вот в теле испытывать особое наслаждение. Но в целом, когда мы начинаем понимать, Боже, какое благословение, что я могу сама дышать, это уже само по себе удовольствие, скажите. Хорошо, спасибо вам большое. Кто-то еще хочет поделиться? Да, я хочу. Спасибо большое за... Можно говорить? Для ног. У меня я не хочу сказать, я каждый день занимаюсь. Секундочку, мои хорошие, подождите, пожалуйста. Давайте по очереди, хорошо? Так, говорила Аня. Аня, спасибо вам большое, да, про то, что вы упомянули. Следующий, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Говорила Тася. Тася, я не Аня, мне кажется, Аня. Говорить, да, вот сейчас говорит Тася. Да, Аня закончила, теперь говорит Тася. Пожалуйста, Тася, мы вас слушаем. Говорите, Тася. Да, я хочу тоже очень вас поблагодарить. Здорово. Не знаю, можно благодарить? Вообще благодарю. Конечно, спасибо. Можно. Вы делаете меня счастливой. Благодарите. Я рада, я вас благодарю. Дело в том, что у меня лимфодема. Мне вообще, у меня особенно летом, когда влажно, у нас очень проблемно все. Вот эти все упражнения я сейчас испытываю. Прям какой-то огонь, там такое кровообращение у меня в стопах. Отлично. Большое-большое спасибо. Отлично. Вот это я больше всего хочу вам сказать. Здорово. Я очень рада, что это вдохновение для стоп вам пришлось в пору. Я вам, знаете, хочу посоветовать, чтобы сильно как бы не переусердствовать, если у вас есть возможность вот после этой нагрузки ножки подержать, где-то вот на подушечку положите их или там на табуреточку, пока вы сидите на диване, чтобы сразу вниз не опускать, чтобы там они чуть-чуть это все могли переварить, ваши стопы, и уже тогда вам меньше будет, ну, как бы, меньше будет некомфортно, знаете, потому что после работы мышц всегда немножко бывает потом, побаливает, да, хорошо? Да, да. Так, и ну даже получать удовольствие от состояния стоп. Да. Здорово, здорово. Мои дорогие, нам надо закругляться. Я вижу вас. Пока вы не попрощались. Я не успела вам написать до урока. Сообщите хорошую новость всем, пока вы не попрощались. Я не хочу. Давайте вы говорите вы. Мы уже тут все присутствуем. Друзья мои, ждите Яну в пятницу. По американскому, по времени восточного побережья в 12, по израильскому времени в 7.
То есть в то же время, как сегодня, только в пятницу Яна будет вас ждать. Два урока в неделю. По второму часу. В то же время, как сегодня, Тася. По израильскому времени в 7. В пятницу. Решай. Решай, мы вам очень благодарны. Это Чикаго, она думает. Очень благодарна. Я рада. Решай, так ты там будет два раза в неделю, да? Да, два раза в неделю. Спасибо большое. Спасибо, Рашечка. Яночка, мы победили. Мы победили. Все, мои хорошие. Но пасара. Слава Богу, Рашель хорошая женщина. А потому что им всем очень вы нравитесь, реально. Вы всем понравились. А потому что, а как иначе? Мы вдохновляем друг друга. Вы понимаете, откуда у меня приходит это вдохновение? От вас. Я говорила, Рашель, что нам, чтобы вы у нас кусок золота забрали. Она теперь поняла, что вы действительно... То, что надо для них и для нас. Я очень вас благодарю за это признание, и это взаимно. Это здорово, что мы теперь будем видеться дважды. Рошель, я могу? Рошель, я могу вставить слово? Яна, мы должны... Да. Одну секунду. Друзья мои, мы должны... Секунду. Мы должны отпустить... Надя, секунду. Мы должны отпустить... Нет, я с вами, секунду. Друзья мои, мы должны отпустить Яну. Хорошо. У Яны есть еще дела. Яна, я взяла ост. Те, кто хотят еще со мной пару минут поговорить, отлично. Я с ними останусь. Мы вас хотим все отпустить. Яна, все. Мы ждем вас. Всех обнимаю до пятницы, мои дорогие. До следующего, до конца недели. Бай-бай. Бай-бай. Спасибо огромное всем. До свидания.